Итак, здравствуйте, меня зовут Евгений, это канал Юджин Студия, и мы продолжаем играть в Торментум. И, если вы помните, в прошлый раз мы должны были собрать лицо одного человека, нашего старого знакомого, у которого... который что-то, что-то, где-то... вот его брат, только он может попустить меня туда, найди его среди обломков, лежащих здесь, он сможет впустить тебя внутрь. У него большие, широко раскрытые глаза. Чуть не могу понять, открытые или закрытые, ладно. Длинный нос, с помощью которого он чувствует все запахи. Ну, вроде он чувствует. По крайней мере, я чувствую точно. Он немногословен, его уста всегда закрыты. Мать его, за ногу. Смотрите, глазик. Ну давайте попробуем, не знаю, собрать его лицо, почему бы и нет. Пробуем, значит, открытые глаза. О, длинный нос. Что-то я не могу найти его длинный нос. Вот это похоже на длинный нос, правда он горбатый. А, вот он. Теперь он должен впустить меня на кухню. Замечательно. Спасибо, братан. Ты, как всегда, вовремя. Так, светильничек. Лампа может мне пригодиться. А еще молоток в виде ключа, я так понимаю, или что это? Чайничек. Что это? Череп с рогами? Это хорошо. Кожаный ремень. Как кожаный змей, только кожаный ремень. Чтобы приготовить яд, мне нужно что-то еще, кроме воды. Ну блин, даже не знаю. Может быть, череп с рогами? Лезвие для... Хрен его знает. Черт, я вообще не понимаю ни хера. А зачем нам яд-то, господи? Берем. Похоже, только у меня были проблемы с этим чудом. А, вот, значит, мясо нам нужно сделать. Вот чудовище. А, значит, паук. У паука нужно взять кусочек. Да, нам нужно кусочек лапки паука. Капелька капает. Куда? Вниз, правильно? Ха! Больше здесь ничего не наблюдаю. Да здесь больше ничего нет, пошли отсюда нахрен. Это бред, все. Так, вправо нам не надо идти никуда, а то в прошлый раз я так затормозил четко, что вообще, блин. Что-то как-то я вообще опять начинаю тупить, это на самом деле не очень хорошо. Рога и копыта. Хей. А что нам здесь делать-то? Светильник? Нахрена? Зачем нам вообще светильник? Я не понимаю. Ну попробуем спуститься еще раз вниз. Этот чувак обиженный на весь мир. Непонятно, неприятно. Чего-то не хватает. А! Точняк. Машина работает, уровень воды стал понижаться. Зашибись вообще. А, вот мы к пауку, собственно, и идем. А, недостающий элемент. Блин, у меня же есть он. О, хе. Углубление пусты, ну. А, вот еще. В натуре пустая херня. Вот, еще один пустой чувак. О, зашибись. Так, это нам получается сначала нужно... О, это что, пятак свиной или что? Ух ты, твою мать. Этот перископ служит для слежения за коридором, находящимся... Понятно. Перископ так перископ. Перескок, я бы сказал. Сейчас... Фу, блин, ненавижу этого чувака, который мучает людей. Сейчас мы
Вот сюда, да, все верно. Запуливаем вот эту штуку сюда. И чё? Ну подождите, у меня же есть там что-то. Что это? Вот отсюда. Раз, два, три, четыре. Вот это вот единица. Что-то я тоже ничего не понимаю. Ну хрен его знает. Сейчас вот это. Да, и вот это потом. А почему? Один, два. Что за ботва? В чем прикол вообще? Объясните мне, пожалуйста, суть хотя бы в чем тут. Надо, короче, чтобы было вот отсюда и вот так вот против часовой стрелки, типа. Но вот это у нас единица почему-то. Либо это, либо это. Ну давай это. Потому что у нас вот так вот. Говно. Получается. Не получилось что-то. Ладно, я пока потуплю, вы не отключайтесь. Это займет буквально полдня. Получилось, решетка должна открыться. В принципе, я понял, система-то несложная. Не знаю, что придумать такую я бы, ну... Не хотелось я бы. О! Глазик! Ты там не нужен. Все, больше ничего, ты даже не вырвешь у меня сердце. Прискорбно и печально. А, вон записочка. Пришло время суда над огромным количеством существ, помеченных злом. Меня кто-то пометил, кстати говоря. Место экзистенции нам известно. Это последнее поселение под названием Ледяные слезы. Его жители помогали нам когда-то строить замок. Эти пропотливые существа сделали свою работу, чтобы наконец смелиться поднять бунт против нас. Время их безнаказанно закончилось. Мы приняли специальные меры, чтобы очистить это ничтожайшее место путем страшных мук. Предшествовать нашему нападению будет сковывающий движение туман. Это будет боевое крещение. Беззащитные существа будут перерезаны нашими бесчисленными силами, среди которых много новобранцев, вступивших в ряды служителей замка специально с этой целью. Эту информацию я уже записал в блокноте. И внизу там написано было 20 век Фокс. Вот. Что это такое? 20 век Фокс. Представляет. Я вообще не понимаю. Вот как... Вот эти вот в прошлой серии, которые я крутил, эти херни... как они называются? Пружинки, ну вы видели, помните, да? Я так с ними тупил, это было жестко. И по идее я где-то вот... По идее, точнее, я еще не нашел... Ничего... Такого, что могло бы мне помочь. Это последний рубин на глаз, покажите, теперь вращать каменными кругами. Хорошо, а в чем суть-то? Нужно выставить каменные... Бодяги. В дверь откроется. Ты ничего не происходит, честно клянусь. Нарисовано, если можно начать открытие дверей, хотя паук, нарисованный чуть выше, не предвещает ничего хорошего. Так а в чем прикол? Опять начинается это говно. Вот это большой, это маленький, это средний. Нет. Я никакой логики вообще тут не вижу. Ну пусть вот типа вон туда мы. А, ну да, логично. Все просто смертельно логично. Но. Извини, братан. Но ты сам меня не пускал.
Рубиновые глаза оживили механизм, только вот правильный ли мой выбор? Конечно, правильный. Окей. У меня есть подозрение, что необходимо было, наверное, закрыть дверь, хотя нас обратно же не подпускают к этому механизму. Правильно? Правильно. Самое главное, что у меня есть крутой ключ, который я забрал в прошлый раз. Это... О, вот этот вот ключ. Ключ стражника. Ну, так он у меня есть. Ух ты, ёпта, это он. А есть тут какие-нибудь... Здесь что-то произошло, как будто ты, мать твою, не видел. И что? А, вот этот чувак. Стражник, которого я встречал раньше у дверей. А, можно выемку какую-нибудь сделать, да? Может, кусок мяса ему налепить на лицо. Посветить, может. Ладно, хер с ним. Твою мать! Что у нас здесь? А, он раз... Надо, чтобы не развалился, да? А что? Ай-ой. Я не понимаю, это бред какой-то. Накорми паука, моим предшественникам не везло так же, как и мне. О, вот здесь что-то. Я нашел остатки птичьего гнезда. И, блин, что, офигели, что ли? Я вернусь через минутку. Эй, тут еще вот так можно делать? Твою мать. Какой цвет-то нужен? У меня уже слюни текут. Я, кстати говоря, и забыл, что у нас тут пленница вообще-то. Прошу, открой эту клетку. Я здесь по вине придворного шута. Во время... все время он подставлял меня. Мне нужно было давно от него избавиться. Он может держать меня за течение, сколько ему хочется, но не может меня убить. Он хорошо знает, что тогда произойдет. Помоги мне. А как мне тебе помочь-то, корёва? Может, тебя завалить, а? Да открыть! Чё, ты штёлка, ты чё? Это штёлка, ты чё? А где она? Куда она ушла? Этот шут, он говнюк. А, ох ты мать его за жопу. Как такое может быть? Что такой поганец, как ты, мог сделать такой правильный выбор? Ты должен вернуться назад в клетку, но, похоже, есть тебе капли человечности. Чтобы справедливости было аж слишком много, шут будет наказан в соответствии с его деяниями. Я посмотрел. Бери эту монету и мудро используй ее. Ничего больше не спрашивай. Итак, для тебя я сделаю исключение. Ммм, детка. Ух ты, монетка. Чё? Я бы с удовольствием купил бы не знаю чё. Так а мне нужно знать, какого цвета мне нужно какой холстоп. Может, блин, как, пока я верчу эту херню, получается... Ну, блин, это очень сложно. Какой цвет-то нужно собрать? Допустим, красный нужно, только красный, тупо. Нет. Красный? Синий? Зеленый. Ну, конечно, нет. Вы что, долбанулись, что ли? Очень все плохо. Я, блин, я не знаю. Ну, серьезно. Ну, а какой? Как? Каким образом я должен угадать цвет? Цвет. Да, блин, млетка.
Блин, я на самом деле очень сильно туплю в этом плане, потому что... Ну какой цвет? Ну это же жесть. Хотя бы какая-нибудь подборочка была. Может, я что-то упускаю? Я, наверное, что-то упускаю. 100%. Ты уже встретил моего брата Алибарда? Он старый жит комнату. Блин, я это уже видел. Я думал ему монету дать, он не хочет монеты. Ну иди в шопу тогда. Я, знаете, я все локации облазил и ни черта не нашел. Значит, видимо, придется вот тупить над... над собой. Ух ты, как же сложно, блин. В голове куклы вырезка. Вырезка, говорю. Вырезка. В жопе у тебя вырезка, блин. Я уже, вы знаете, вот так вот приноровчился. Я, в принципе, любой цвет могу подобрать. Даже, блин, прям как художник самый настоящий. Но факт в том, что... Какой цвет, мать твою? Может, я не там смотрю, не там ищу. Что-то мне подсказывает, что я просто тупо что-то делаю не так. Попробуем спуститься вниз этому, к этому чуваку-страшнику и спросим у него. Эй, чувак. А, извини, ты занят. Блин. Черт. Всю систему мне сбил. На полу пятна крови, здесь произошло что-то страшное. Неужели всему виной... Ну да, кстати говоря, блин. Ну а что сделаешь? Это жизнь. Блин, если меня накажут в конце за то, что я убил этого стражника, будет очень плохо. Да неужели мне... Вот здесь я не нашел, вот здесь вот не нашел ни одной подсказки. Там я сейчас не нашел ни одной подсказки. Что за херня? Или вы гоните, или вот это вот и есть подсказка. XXX, ГГГ в другую сторону, и лямбда, и писюлька. Пфф, офигенно. Уроды. Цирк уродов. Я здесь уже был. И... Ничего. Говно полное. Это самый тупорылый загадка со времен... Петр Первый, да? Ну потому что, ну серьезно, елки зеленые, ну. Ну как я могу подобрать? Что я могу вообще сделать тут? Отстой! Ненавижу. Не работает. Я сейчас хочу сделать, блин, чертовы комбинации. Меня не поняли немножко. Я имею в виду, что я сейчас с каждым цветом буду тупо комбинировать. То есть, допустим, два оранжевых и зеленых, два синих там и зеленых. Но это будет всю жизнь длиться. Я просто долбанный инди-хоррор. Я хотел сказать долбохлоп. Тут есть вот такая вот херня. Еще. Так, 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 так. Во все стороны смерти. Так, зеленый, оранжевый, синий. Зеленый, оранжевый. А, ну все, зеленый, оранжевый, синий. Твою мать. Зеленый. Оранжевый, синий. Не. Хорошо, сейчас меняем местами. Синий. Оранжевый. Зеленый. Алле, хоба. Не. Так, надо, чтобы вот так, как здесь было. Оранжевый, зеленый, синий. Ну вот, сверху оранжевый, слева вправо. Здесь синий, зеленый. Сверху оранжевый. Влево. Зеленый. Сверху, значит, оранжевый. Мы его вот так вот вверх. Вот здесь должен быть синий, здесь зеленый. Значит, синий. Зеленый. Вот так вот. О, получилось. Машина выплавила символ. Спасибо, мать твою. Говно.
Чёртова. Не, ну серьезно, это, блин, мне просто-напросто не хватает терпения иногда. Металлический символ прям в лоб ему дал. Нельзя ли? Сейчас ты покормишься, чудо ты, дворовое. Ништяк, яд. Ой, хорошо. Так, бегим, бегим, говорю, бежим отваривать отвар. Этот самый. Из... Который принесет угар. Товар, угар. Так, короче, мы на кухню. Вы не подумайте, мы не курить идем, мы идем... Кого я обманываю? Мясо. Говнясо, короче. Сюда. Мы, короче, вот эту желейку помешали. Типа, да. Мяско мы отравили. Все нужно подогреть. А, не, вот же. Твою мать! Печка же не работает! А печка у нас в самой жопе! Твою мать! Это надо еще печку, за, чтобы заработало. А может у меня уже все есть, кстати. А, так слушайте, у меня походу все есть. Вот эти вот мечи, которые... Вот сюда мы вставляем, я так понимаю, этот куриный помет. На. Сюда мы вставляем вот эти вот гандалупеньки. Так, не, не это. Вот это. Вот. Это хи... Я там не посмотрел. Короче, сейчас все горит. А помещение стало тепло. Короче, я, ну, не посмотрел. Ладно, хер с ним. Факт в том, что в помещении теперь тепло. Это хорошо. Но никто даже спасибо не сказал. Сволочи. Идем сюда. Не, не сюда. Ходим отсюда быстро, пока нас не съели. Вот сюда, все верно. Сюда, сюда. Давай, давай, не стесняйся. Ты тут уже свой чувак. У тебя столько корешей. Отлично. Дыщ. Все, отлично. Отравленное мясо, наконец-то мы этого червя сейчас завалим, блин, я уже всю жизнь об этом мечтал. Мне такое чувство, что я шел к этому всю свою юность. Ешь. Следующий проклятие отравленной жопы, теперь она не беспокоит. Пока-пока-пока. Твою мать, мы еще и вниз можем. Твою мать, я его завалил. Крыс, не умирай. Блин. Я не прочитал. Отстой, говно. Так нечестно. Да ладно. Мне ж сообщение пришло. Дело дрянь. Ну так вырезай. Ух ты. Крутяк. Лампа моя. Да блин, я не могу просто представить теперь, что со мной будет в конце игры. Чё это? Чё это? Чё это? Чё это? Чё это надо делать-то? Растащить? Собрать скелет? Походу, да. О, жесть. Офигеть, головоломка, я просто херею. Надо части скелета отодвинуть. А ногой нельзя ударить, чтобы тут все посыпалось нахрен. Дай сюда.
А, вот. Ой, фу. Такой большой. Все, что ли? А я там видел еще что-то. Не, ничего нет. Ладно, все отлично. У нас есть ключик. У нас есть изумрудная слеза. И у нас есть дохлый крыс. Это все вот... Вот все вот так вот все заканчивается. Как я убил его бы смог? О! Тем временем апокалипсис. Что это за скульптура является Иисусом Христом? Внизу виднеются и другие. Я так и знал, что он не один. Так можно назад, можно вниз. Давайте вниз спустимся, в чем бы и нет. О, Атлант! Фига себе, сильный. Можно вниз. Фигура крупных размеров, вырезанная в скале. Твою мать. А там что? Острые скалы и кетчуп, как говорится. Давайте в дырень вот эту зайдем. Пусть меня накажут, что я крыса убил. Так жалко его. Блин, тут походу игра-то долгая. Казин есть символы молота и алебарда. Вот, алебарда и молот. Навстречу что-то типа едут они. Ну да, в принципе, я тоже надеюсь, что они не в этот замок едут. А здесь что? Лук, меч. И у нас типа вот такая вот моча вырисовывается. А, ну мы теперь, в принципе, можем же ходить, да, вот так вот, я так понимаю. Да, замечательно, замечательно, это хорошо. Это очень хорошо. Кресло. Я посидеть хочу, пустите меня посидеть. О, боже мой. Ну, конечно, головы твоей не хватает, надо ее туда засунуть. А, не, надо... Надо слезу пустить, точняк. Ну хорошо, давайте монет кинем. Не, надо, короче, конкретно изумрудину найти. А, вон. Нет, нет, не он. Не он. Ну ладно, окей. А где вот этот изумрудный камешек найти-то? Тут не сказано, нет. Может спросить того человека, который там держит эти самые... Большущие свои штучки, дрючки. О, ништяк. Ты пришел забрать моего ребенка? Ну да, в принципе, почему бы и нет. Я вижу, что ты не один из них, значит, я могу быть искренен с тобой. Кошмары этого места закончатся за воротами, которые... За моей спиной, чувак, я хочу... Да, они откроются только когда ты накормишь их тремя изумрудными слезами. Одна у меня уже есть. Чаще всего они материализуются в местах, где собрано много страданий. Смотри на моего ребенка, разве он не прекрасен? Да, я знаю, он идеален. Чувак, да ты извращенец. Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, детство, молодость, зрелость и старость? Мой ребенок слишком долго держался на первой ступеньке. Чтобы он мог подняться на следующую, мне нужно 3 монеты. Жизни и смерти, 1 монета, 1 ступень. Я искал везде, но тщетно. Помоги моему чаду. А я помогу тебе выбраться отсюда. Окей. Давайте ему поможем, потому что я не хочу забирать его ребенка и кидать его там куда-то в говно и... Это ж церебры. Или как они там называются, проходить по воротам очень опасно, я не могу пойти на такой риск. А там что? Чё, кто подключен к Wi-Fi или нет? Походу, да. Лучше не подходить слишком близко, смотрим, что там бросится. У меня есть 2 монеты, хочешь? Это было одно, что мы еще один просит тебе о большем. Еще одну найти. Хрен тебе нарыло. Нужно искать золотые монеты. Нужно искать золотые монеты. Накройте. Вот, это самое. Меня зовут Евгений, это канал Юджин Студия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео и будьте счастливы. Всем пока. Пиу.